На трибунах спортивного комплекса «Трест Шахта Спецстрой» ни одного свободного места. Финал 27-го чемпионата Беларуси по волейболу среди лучших команд высшей лиги собрал больше сотни болельщиков. За противостоянием солигорского «Шахтера» и столичного «Строителя» зрители наблюдали, затаив дыхание. Но тишина длилась недолго. Каждое забивание мяча сопровождалось оглушительной поддержкой болельщиков. Напряженная игра, видно, игроки волнуются. Все-таки это финал, игра за первое место, болельщики. Я думаю, психологический фактор у нашей команды, я болею за «Шахтер», он присутствует. Но я надеюсь, они справятся и покажут лучшую игру. За «Шахтер» болею. Поэтому это моя любимая команда. Есть на кого интересно, ребята, посмотреть. Играют хорошо. Ну, игра есть игра. Спорт есть спорт, понимаете. Победит сильнейший, конечно. Участники матча выкладывались по полной. Дух соперничества царил на площадке. Каждый стремился принести победное очко команде. Напряжение росло до самого конца. Выявить победителя позволила лишь пятая партия. Итог матча 3-2. Последнее слово осталось за солигорским «Шахтером», а с ним и первый трофей в новом сезоне. Финалом мероприятия стало торжественное вручение Суперкубка Беларуси по волейболу среди мужских команд.